Ну что же, дорогие товарищи, винтажные газогенераторы отправляются в пустотное путешествие. White Crew, Higgs, Абдред, несколько французов, потерянных у пути. Вот. Олимпиаду, наверное, пошли смотреть. Да. Так, где эта дрянь? А, вот он. Ну, здесь все просто и компактно. Да. Летание, летание. Полетание. Тут так все просто, знакомо. И не говори. Присел? Угу. Ну, надеюсь, ненадолго. Очень зарядилось. О, тут еще топливо для двигателя есть, ни хрена себе. Да, я тоже смотрел, но не понимал, что надо сделать, чтобы оно закончилось. Умереть? Ну, чё, я задаю сразу вектор выхода тогда? Давай. Охота за контейнерами или по рейдам пойдём? Давай, охота за контейнерами, а потом уже все остальное. Тебе охота за контейнерами, да? Да, потому что надо вначале что-нибудь понабрать, а то... с голыми руками можешь сесть на голую жопу. Так, охота за контейнерами. Medum Command have a specific interest in the concentration of discarded shipping containers in this sector. Так, стоп, надо это самое и вообще понять, что у нас и где. Гравизахват, кинетическая система ПВО. Надо ее, наверное, включить. А, к ним надо боеприпасы. Понятное дело, вот почему они у нас не стреляли, да? Да-да. А денег нету. Деньги есть. Хорошего настроения. Всего вам доброго. Да. Давай разберем одну на материал, а там уже все равно нам две не нужны. Alloys added to ship stores. We are almost out of alloys. Под сюда, вот сюда и еще еще. О, мне нужно еще. Подожди, у нас же и патроны были, как оказывается. Ну ладно, нормально. Ага. Кстати, да, я там тоже видел, были. Там я на фрегате, я имею в виду. Кто же знал? И нормально. Разобрал пушку, ни за что не прошло. Тысяча раундс. Короче. Помчали? Да. Блин, корабль медленный стал. Апгрейды, перки свои на щиты перенес, теперь корабль. Медленный, ёпарсоте. Ну, не совсем, но не такой быстрый, как был.
Так, ты по какому? По правому борту или по левому? По левому, да? Левому, да. Power overload. Circuit breakers at capacity. System now running within power network tolerance. Ничего там. Добытчик. О, есть. Понял. Надо же. Сейчас я тебя не слышу ничего. Наушники. А я не говорю ничего. А вот теперь слышу. Что произошло? Gravity scoop has retrieved an item. О. Чё, думаю, не летит, все понял. Alloys added to ship stores. Бомбардировщик. Чё, так подозрительно на нас смотрит. Неприятно. Ага. Один километр. Ой. О, понятно. Power overload. Circuit breaker struggling. Act now to avoid system. Вот еще, кстати, контейнер. Да, я, короче. Power network operating within safe parameters. Hostile recall detected. Destroy the source before it finishes. Надо бомберов молотить. Что ты будешь делать, а? Призыватель. Так, ресурсы сожрали. Контейнеры, у нас сплавы. The ship's power system has reached its limit, causing one of the circuit breakers to trip. Тык-тык-тык. Power network operating within tolerance levels. Has retrieved an item. Hull integrity below 90%. Alloys added to ship stores.
jump signature detected. Hollow summoner nearby. Exercise caution. Hollow integrity below 80%. Сделаю еще одно. Закодировать система генератор. Hostile reinforcement call detected. Destroy the source before it finishes. Так, еще призыватель прилетел. Anomalous jump signature detected. Окей, где? Вот сразу ящик, это еще пахнешься несложно. Летают тут всякие. Или я пока соберу ресурсы. Меткость тип 1. Что это интересно такое? Что-то все, блин. Все горит, я горит. Меткость хорошая, да, штука. Древний осколок данных, это нужно туда втыкать. Оптимизатор. Окей. Здесь ничего не делаешь. Helm cruise mode engaged. Helm cruise mode engaged. Helm cruise mode offline. Alloys added to ship stores. Угроза устранена, отлично. 5 километров. И тут еще сигнал пустотного движка.
О, это снайпер. Изготовление. Нападение. Так, а мы уже собрали, да, то, что надо? Получается. Мысли? Да что ж такое? Опять у меня с наушником какая-то херня началась. Что надо? А, ну да, мы можем улетать. Helm cruise mode engaged. Мне все поломалось. Настройки. Бывает. Ты где? Кто? Я? Я здесь. А ты где? Скажи что-нибудь, пожалуйста. Раз, два. Сказал. О, все, слышу. Так. Надо это самое уничтожить контейнер. Да. Пустой. Я снайперскую пушку на правый борт поставил. Хорошо. Да. Так, окей. Где контейнер? Слева от нас. Это тебя тихо стало слышно. Да. Сейчас лучше слышно? Сейчас лучше, да. Вот так как было примерно? Целая гора, да? Так, дальше. Чего у нас уже возвращать? Практически все собрали. Alloys added to ship stores. You have gathered a substantial amount of alloys. Чуть не застрял в перилах. Еще интересно есть в этом пространстве. Тренер еще один слева от нас. Power grid overload. Circuit breakers under pressure. System now running within power network tolerance. Full integrity below 70%. Ну, Харвестер уничтожать я не знаю, надо, не надо.
yours. Вот, наверное, минное поле, отлично. All integrity below 60%. Все. Неприятно. Alloys added to ship stores. Helm cruise mode engaged. Что? Да? Ты щиты установил? Да. Тебя плохо слышно. Ага. Все, надо сруливать. Личный план мне нравится. Ой, возвращатель прибыл. Так, тем более надо... Тем более надо сваливать. Three, two, супер, нестабилен. Сейчас будем... The Hollow have set an ambush. Their void interdiction units have us trapped. Пошла жара. Да, давай. По левому. The Hollow will keep bolstering the interdiction. Да, да, отлично. Для неуязвимости. Есть контакт. Вон он внизу. Можешь подбить их, а ты тут большие кластеры. Thank you.
преследует мина. А вот по левому борту, прям под генератором щита. А, она уже заколебала. Легкий ремонт. Метка, этот турельный узел, вообще от него хрен увернешься, а? Где он там? Где он там? Anomalous jump signature detected. Почему мы за него крутимся? Полетели просто от него и все. В принципе, мы все собрали. Ага, отлично. О, там бомбардировщики прилетели. Или это снайперы? А, истребители тяжелые. Да, в принципе, мы все собрали. Я думаю, можно сваливать. Можно, да. Все собрали там что-нибудь. Где там эти тяжелые? Сейчас я повернусь с правой стороны, да? Да. Я на снайперке. Осколочек такой. We have gathered a substantial amount of alloys. Так, наверное, надо отрываться и пробовать починиться, а там уже или. Собиралась стелс мина. Очень стелс. Ну. Да, надо немножечко. Proximity mines approaching. Вид. Где вот там?
mode activated. Anomalous jump signature detected. Void jump exit vector set. Так, а ты включал пустотный двигатель? Включил. Тут еще горит, а что непонятно. Вот. И еще что-то есть. Type has left the ship. Hull repaired. Integrity above 40%. Hull repaired. Integrity above 60%. Так, починил. Нормально живем, 70%. Anomalous jump signature detected. Так, ну почти там вроде все хватает всего, да? Да вроде как да. Энергия есть. Щиты есть. Что еще надо? Полетели, может. Окей, сейчас да, полетим, секунду. Что-то тебя реально очень плохо слышно стало. Я сейчас сделаю, сейчас, секунду. Ты сел? Нет, сейчас, дай мне минуточку. Сейчас скажу. Немножко патрончиков приготовил. Все, я сел. Я готов. Type has left the ship without a jetpack. Hello. Ты слышал?
Не, а что-то я, ну, я не понял, что она сказала. Она сказала, что чувак вышел в космос, не надев джетпака. А, у нас какой-то Z появился, видишь? Да-да-да. Так, наверное, нас слышат. Привет, Z. Hello, Z. Hello. Так, вот сейчас меня должно слышать, должно быть слышно нормально, как и было слышно. Да, супер. Да у меня наушники сели внезапно. Мы уже 5.5 часов играем, и у меня наушники сели, и мне пришлось включать внешний звук и понизить чувствительность микрофона. Понятно, окей. Вот, а сейчас я одел наушники, уже обычные проводные. Что, следующий этап? Да. Void jump destination locked. Ну что, все сели. Z, are you seat? Sit down, please. Окей. Sector is patrolled by heavily armed hollow units. They're guarding progenitor sites of research. We must recover special quantum data shards from these research sites. The logs are entangled in such a way that decryption requires we gather all of them. О, контейнер со снарядами. Note that the research facilities are dormant and must be turned on before we can enter. О, контейнер, да. Circuit breakers struggling. Act now to avoid system failure. Gravity Scoop has reported power network operating within safe parameters. Mode enabled. Biomass added to ship stores. Helm cruise mode disabled. Alloys added to ship stores. We have gathered a substantial amount of alloys. Так что, подлетаем? Угу, давай. Чтобы нас тоже не убивали. Там лазерная батарея. Угу.
Ну что? Вот это, кстати, микрофон работает, да? Просто он, видимо, ничего не говорит. Окей. Надо тогда на базу лететь, правильно? Нет, сейчас выброс плазмы будет. Сейчас нам всем будет жарко. Откуда? А, точно, да. Everybody sit down. Plasma engaging. Система. Что делать-то? Жизнеобеспечение у нас включено. Знаю. Ну что, пойдемте? Да, жарковат, конечно, но пойдемте. Airlock open. Act-type is commencing EVA. Рик Хич, да, и не говори, действительно, какой-то странный Дипрук Галактик. Почему стрим идет без звука? Должен быть со звуком. Anomalous jump signature detected. Да? Ну-ка. Это как? Действительно, сейчас звук-то не идет от игры. Это, видимо, из-за того, что я наушники переключил. Почему? Что за херня? Так, есть звук игры, но нет звука меня. Точнее, я не слышу игру. Херня какая-то. А так есть звук. Блин, гребаные наушники все заруинили, а. Как в этой гребаной 11-й винде учить? О, устройство вывода. Вот так. Вот, теперь все нормально. Теперь игру должно быть слышно и меня. Спасибо, что написал, Джекич. А Deep Rock, да, мы уже поиграли, просто там сколько, 4,5 часа играли. Сейчас решили немножко Void Crew и уже будем закругляться. Mm-hmm. Да, все так. Так, а что мы это, что делаем-то? Собрали все, что надо.
Я ничего не собирал там. Я только воткнул этот, как винтажный газогенератор. Окей. Обижать. Так, ну раз лазерная батарея заработала, значит, все воткнули. Да. Значит, надо исследовать. Херня еще с двойными дверьми. Да-да. Вот тут вот. Выброс плазмы. Да. Сейчас будем красть. The alarm is broadcasting on all close range channels. The hollow will surely investigate. You must hurry. Батарея. Warning. Large anomalous jump signature detected. Так, ты с той стороны вынес уже все, да? Да. Там ничего и не было. Anomalous jump signature detected. А сигнал приманка. Где, где наш корабль-то? Вот. А, вон он. Обычный чистый анонимус контейнер. Чистый после анонимуса? Не говори. Анонимус контейнер. Всегда хочется пошутить на эту тему. Шутки за 300. Не говори. Ну, в Deep Rock Galactic мы, конечно, танцевали знатно. Это прям тоже запомнится. Все, забрали. Угу. Закрывай. Так, здесь все нормально. Че помчали? Ух, ёб твою мать, тут крейсера прилетели. Пора валить. Две штуки аж нас. Сейчас бы мы прям тайминг словили. Сейчас бы чуть-чуть нас бы разнесли нахрен. Фазовращатель скоро уже прибудет. Все. Включаем круиз-контроль. Хочешь с крейсером пободаться? Уже. Блин, он восстановил броню, зараза. Сейчас... Вот сейчас неприятно было. Угу.
твою мать, опять у нас система жизнеобеспечения выключена. Там мы врезались. Что происходит? Крейсер врезались. Мы же над ним летим. Ладно, что, улетаем? Да, давай, нефиг тут делать. Зета, sit, please. Yes. Окей. Сейчас сдохну. Надо срочно в капсулу. Как там в Deep Rock Galactic? Hot, hot. Ага. Very hot. Медики, медики стейшн. Окей. Приоритетные цели. Еще одно задание. Сайт квест. Берем? Берем, давай. Так. Я смотрю, у нас все забито уже. Щиты есть. Пушки есть, автопушка есть. Захватчик есть. Генераторы и две разные пушки по бокам. Так что даже ничего особо и не поставишь. Ну, отлично. Найс. Окей. Так. Окей, 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 окей. Окей. Что, садиться? Lady and gentlemen, please sit down. Yes. Дамы и господа, мы выходим из гиперпространства. Our scanners picked up one or more signatures of high priority targets in the vicinity. Be warned, targets such as these represent considerable danger. Destroy them in the name of Meta. Так, сигнал не сканирован. Кеннинг, контейнер технологии, контейнерс вид технологии. Окей, тогда нам нужно включить обратно. We need to enable the sucker. One time. Yes, включаю. Enabling. Радиатор, окей. Alloys added to ship stores. Так, нам надо харвестеров, да, уничтожить. Харвестеров, да? Угу. Че, are you ready? Are you ready? This shit. Сейчас улетит, ёп! Yes. Успели. Yeah. Поймали. Сейчас словим. Power network overloaded. Circuit breakers maxed out. Consider reducing power consumption.
System now running within power network tolerance. Gravity scoop has retrieved an item. Патрон, патрон, патрон. Okay. Alloys added to ship stores. Helm cruise mode enabled. Helm cruise mode disabled. Лежите, отдыхаете. Или какой? Так они рядом. So close. Урон, большой кластер. Large кластер. Medium кластер. Еще что-то подтягивается. Zeta, go heal. Void jump exit vector set. We have low HP. HP. Heals. Эвлет Паккард. Не Эвлет Раскард. HP laser jet. Alloys added to ship stores. Okay. Okay, we ready to go. Все, больше ничего? Да, вроде все. Окей, сейчас так я тут позакидываю. Нам ничего чинить не надо. Repair hull. In front. Там малая, большая. Пробоин. Малая. А ты там уже просто вылететь и залететь. А, стой. Как пришел, так и ушел. Hull repaired, integrity above 60%. Jump drive not activated. Надо крутануть, да? Есть контакт? Есть. Хорошо. Здорово, конкрю.
Да-да-да. Игорь Ромашенко. Привет всем, да, привет тебе тоже. Да. От всех. Окей, we're ready to go. Power overload. Circuit breakers struggling. Act now to avoid system failure. Федор, садись. Сел. Окей, go. Sitting down. Прям в скалу. And rock and stone. Rock and stone, yes. Что было, side mission? Да. Окей, ну тогда надо. Void jump destination locked. Надо мины использовать. Ахтунг минен. Драй штукас. Ein zwei drei полицай, да, или как там было? Да. Драйфир бригадир. Я только по-немецки знаю. То есть по-французски знаю. Ну чё, ready? Так, sit down. Let's go. Окей. Да, это друг. Ну, поехали. Вот с нами играет еще молчаливый человек. Да. Из просторов интернета. Да. И ядро сборщика опустошенных. Кор. Это который будет делиться постоянно. Да. Полтора километра. Начиная? Да, да, и в 6 километрах тоже там сигналы. Улучшение корабельных систем. Ай. Эскорт у нас есть. Так, надо включать это. Можно эскорт заказать, сразу будет. Эскорт услуги. А чё нет, последняя миссия? Закажешь эскорт? Сейчас. Ай, ай. Сейчас я тут разберусь с этими. Всякими летающими эскортницами. Кстати, да, надо эскорт заказать. Я закажу, пока we need to set the minefield. Ей. Data shard inserted. Analyzing. Minefield requisition order issued. Incoming reinforcements. О, эскорт. Мины согрелись на Earth. Ядро сборщика. Борги атакуют. Detected.
substantial amount of alloys. Так. Enforcement call has been stopped. Great work. Где все? Anomalous jump signature detected. Helm cruise mode enabled. Можно заказывать все подряд. Это же последняя миссия. Должно быть, если нас не перехватит. А если перехватит, будет весело. Так, немножко увеличил. Ну чё, постреляемся еще или уже полетим? Окей, полетели. Helm cruise mode enabled. Helm cruise mode disengaged. Кто прилетел? Малый кластер. А эти наносплавы. Наносплавы. Сплавы нано. На технологии. Во что? В скалу? Anomalous jump signature detected. О, целых две. Типа мы настолько оборзели, что на нас два уже. Два кого? Гипер выхода. Блин. We are destroy all ships. Destroy this vector. Destroy all humans. The humans are dead. Look, one is dead. The humans are dead. The humans were too aggressive, and we were forced to destroy them.
jump signature detected. Арос Грейвьярд. Ага. The Progenitors. Karan, you need to find an oracle. Hostile reinforcement caller is broadcasting for help. Destroy it before it finishes. Ну что? Are you ready to go? I guess yes. Что еще тут делать? Okay. Всякая фигня. Ну, такое. Void jump exit vector. Set. Helm cruise mode deactivated. And okay, go. The next. Что там, как там? Exit vector. Тадис Саба. Saving Captain Saban. Void jump destination locked. Что у нас там? Последняя. Okay. Чуть не выпрыгнул. А ты ж там это самое. Нет, а чё, последнее вроде всё? Всё, да. Ну, выход. The exit. Всё, можешь садиться. Окей. Okay. Раз. Поехали. Yeah. We did it. Ну что же, дорогие товарищи, две миссии за час получилось выполнить. Ну что же, если понравилось, опять... лайки. А, извиняюсь, да, я просто хочу сказать, что я опять это самое вышнему пальцы стянул. Да, бог один. Это как какой-то, блин, сейчас скажу, мита. Куан был, типа, пришел дурак в город, ну, к стенам монастыря, и такая начали спорить с настоятелем. И, короче, этот показывает там типа один палец. Тот говорит, тот ему возвращает кулак, там эти самые. Ну, короче, показывали жесты такие друг другу. И, значит, настоятель подумал, блин, значит, все как бы меня обули, там, типа, перемудрили в этом самом мастерстве куанов. Там, а дурак говорит, блин, какой настоятель умно попался, так меня обдурил. Ну, типа... И там, знаешь, как бы он говорит, типа, ты один сюда пришел, дурак, смотрит, ну, типа, настоятель палец ему показывает, такая, ну, типа, ну, этот, ну да, там, типа, там ему кулак показывает, типа, уходи отсюда. Так, а дурак ушел. А настоятель там, типа, смотрит на него, такая, типа, что ты мне один палец показываешь? Ну, типа, Будда один, типа, и вот в кулаке там пять добродетелей. Ну, что-то такое было. Короче, каждый на своей волне и читал по-своему все эти знаки. Вот. Ну что ж, дорогие товарищи, спасибо, что были с нами. На сегодняшний день у нас все заканчивается. Как бы космос все. 6 часов стримить. Да, да, да. Подписывайтесь на товарища Хикса и на товарища Дреда. Вот, это, то есть, меня. Лайки, подписки, шары и прочая фигня. Вот, вам приятно, нам полезно. И, в общем-то, увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре. На следующей неделе, обычно по пятницам, обычно у товарища Хикса, поскольку у меня интернет не тянет, но, в общем-то, увидимся. Вот, ну, если, конечно, какие исключения не появятся. То есть, например, следующую пятницу, и я вряд ли буду, но на недельке можно собраться.
Как-то да, так. Обязательно. Все, тогда. Да, все. Всем пока.